Теперь школьный сад гимназии номер 2 пополнился кустами сирени. Эти майские цветы высадили выпускники образовательного учреждения. Кажется, совсем недавно они переступили школьный порог и впервые сели за парты. Школьные годы промчались, и теперь те самые мальчишки и девчонки уже такие взрослые, стоят на пороге нового жизненного этапа. Уроки и контрольные в прошлом, но предстоит еще сдать экзамены. Этот день торжественный, волнительный и немного грустный. И педагоги, и ребята не скрывают своих искренних эмоций. Для выпускников звучит последний школьный звонок. Вот мы выросли теперь. Для всех дорог открыта дверь. Спасибо! Вам мы говорим. За все мы вас благодарим. В школах округа состоялись линейки, посвященные окончанию учебного года. Он был продуктивным для самих ребят и, конечно, для педагогов. Вместе они добились высоких результатов, многочисленных побед на Всероссийской олимпиаде школьников, различных интеллектуальных состязаниях, конкурсах профессионального мастерства. От имени главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича хочу поздравить вас с праздником последнего звонка. И пусть он станет для вас символом удачи и будущих побед. Будьте всегда настойчивы в своих стремлениях, и у вас обязательно все получится. Подведение итогов. Наступает момент истины, к которому вы шли долгих 11 лет. Надеюсь, что этот путь, который вам предстоит пройти в течение июня месяца, будет для вас безусловно удачным. Наши учителя, наш педагогический коллектив сделали все возможное, чтобы этот результат был наилучшим для вас. Большая работа в округе проводится для того, чтобы образовательный процесс был комфортным. В прошедшем учебном году в Щелкове распахнули свои двери 3 новых общеобразовательных учреждения. Так, ученики школы номер 11 имени Титова собрались на торжественной линейке в новом здании учреждения, которое было открыто весной. Вот так внезапно закончилась дорога, та, по которой шли мы 11 лет. Сейчас стоим у школьного порога. Путь лишь вперед, альтернативы нет. Поздравляю вас, ребята, с успешным окончанием учебного года. Позади остались школьные будни, а впереди предстоит серьезный этап. Успешной сдачи экзаменов, набрать максимальное количество баллов, выбрать свою профессию и будущее учебное заведение, поступить успешно в него, ну и, соответственно, вернуться в наш городской округ подготовленными специалистами, инженерами, учителями, врачами. Всегда двери 11-й школы открыты для вас, ребята. Приходите. Делитесь своими впечатлениями, своими жизненными какими-то моментами. Модернизируются и существующие здания образовательных учреждений. Так, у педагогов и учеников корпуса школы номер 20, расположенном в Краснознаменском, этот учебный год прошел в обновленных стенах после капремонта по президентской программе. От имени главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова и от себя лично поздравляю вас с праздником. Сегодня особенный день. Впереди экзамены. Поступление в высшее учебное заведение. Важные перемены в жизни. Волнительная и ответственная пора. Щелково – одна из самых сильных в регионе систем образования. Лучшие профессиональные педагоги и талантливые ученики, конечно, для вас должны быть лучшие условия. Танец выпускников. Добрая традиция – такой трогательный момент торжественной линейки. Этот праздник словно еще одна школьная перемена, но после нее уже не будет уроков. Начнутся экзамены, а потом ребята разлетятся кто куда. Видимо, погода сегодня грустит вместе с нами. Мы, учителя, грустим, потому что за эти все годы к вам привыкли, и вы стали для нас родными. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь, здесь были мои первые друзья, здесь были мои первые ошибки.
2023 указом президента был объявлен годом педагога и наставника. Отрасль образования городского округа Щелково – большой дружный коллектив, настоящая команда людей, посвятивших себя благородной и уважаемой профессии. Открытие еще двух современных школ в микрорайоне Финский и в Новом Городке состоится в ближайшем будущем. Новые победы, свершения, яркие события – так много еще впереди. И в этом году к итоговой аттестации готовятся 885 выпускников 11 классов. Ожидают экзамены и девятиклассников – это более 2000 ребят. Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.